Привет, ребят, с вами Илюша. Короче, давно я не записывал роликов по сампу, и знаете, что я вам скажу? Сегодня мы не будем играть с вами в самп, мы будем играть в GTA 5 RP. Это что-то куда покруче, куда получше, но самп в моем сердце навсегда, вы знаете. Будем играть на сервере API Roleplay, вы все знаете. Заходите по ссылке в описании, собственно, вы видите сейчас, как я регистрируюсь. И давайте выберем персонажа, за которого я буду играть. Здесь все настолько круто сделано, просто посмотрите. Нет, мы не будем играть за эту бабу, давайте пол мужской выберем. Да, это какой-то седой мужик. Так, лицо можно выбирать, ну, в принципе... Чё? Вот такое, кстати, лицо мне нравится. Я не буду делать себя, типа, вот как я выгляжу. Давайте как-нибудь трэшово немножко, схоже с чем. Так, ладно. Волосы. Волосы, кстати, меня устраивают такие, какие есть. Давайте вот такие оставим. Цвет волос. Давайте черненький вот такой возьмем. Бороду, естественно, оставим. Цвет бороды. Я хочу сделать под цвет. Ну, черный какой-нибудь. Черный, фиолетовый. Господи, давай что-нибудь нормальное. Так. Сейчас мы найдем цвет бор. Вот, кстати, уже неплохо сейчас было. Во! Вот такой. Все, сохранить. Сохраняем персонаж, заходим на сервер. Я уже в предвкушении, что меня ждет. Так! Вау! О, все, слушай-ка, я очутился где-то. Тут машина. Здесь, по идее, можно говорить голосовым чатом, ребят. Это уже круче, чем самп, но самп в моем сердце, вы знаете. Значит, подожди, тихо. Пошел нахер. Я нажал букву. У меня эхо будет. Меня слышно? Да, а ты... О, какая. А ты где? Ты где? Ты где? Я тебе так показываю, вот смотри. А, это ты? Что делать-то? Только прилетел. Что происходит? Ладно, короче, давай сядем в машину, поехали. Чё, куда мы поедем? А ты открой мне машину, Алёша. Господи, что происходит тут? Жёлтый. Так, все, я сел в машину твою. Чё за тачка-то вообще? Ну, садись. Это фургончик, братан. Капец, что происходит? Я не понимаю, о боже мой. Так, куда мы едем? Мы едем в правительство, так сказать, делать тебя гражданином этого штата. Хорошо, ребят, значит, мы все поняли, едем в правительство. Не, это намного круче, чем самп. Самп в моем сердце, вы знаете. Кстати, здесь, если вы заходите и за вами не приезжает такой фургончик с пацаном, который меня заберет, то вы можете на велосипедах здесь спокойно ездить, пока вы не купите машину. По идее, здесь вот он задонатил, сколько ты задонатил? 50 рублей, и сколько тебе дали? Короче, 10 рублей 1000. Не, ну неплохо. Неплохо. О, приехали? Господи, как... Лагал. Приехали? Так. Тихо. Стоп, вот он я. Не, кстати, неплохой персонаж, неплохо выгляжу. Где ты, где ты, куда? Ты какой-то невзрачный. А, я тоже такой же. Ладно. Или это не ты? Куда бежишь? Господи. Здорово. Помощь не надо? Что за помощь? Сейчас, секунду. Сейчас очень мы будем наркотой барыжить. Чё? Слушай. По одному вводи. В промокод. Это реклама. Спасибо. Пошли отсюда. Пошли отсюда. Спасибо. Они тут... Так, оформить регистрацию. Вы получили регистрацию на 6 месяцев. Это все? Я хочу что-нибудь еще оформить. Погоди. Так. А, категория А и Б. Так, Е. О, категория А. Поздравляем с покупкой. И категория Б. Все, и у меня теперь нет денег. Погнали. У меня теперь ровно 4 доллара, я еще стал бомжовей. Хорошо, погнали. Теперь едем устраиваться на работу. Стой, стой, видишь в чате промокоды? У меня в чате тут промокодов надавали, у меня уже 1949 долларов благодаря. А как их вводить? М настройки и промокод. Также уже, ну, короче, на каждом промокоде так. М настройки. Промокод. Так, теперь я могу называть этот ролик как... Опа, слушай, работает, работает. Так, я не знаю, забанит ли меня за это админ, но, ребята, я нашел имбовый способ подняться на этом сервере. 2 hours later.
Уже 4000, вы чё гоните, что ли? Это просто, типа, по щелчку пальцев не пришлось работать нисколько. Нет, я ни в коем случае не призываю так делать. Я, скорее всего, эти промокоды замажу, уж извините меня. Но я предоставляю вам свой промокод НЕОША. Вот просто берете, вводите, как я это сделал я, получаете $500 на халяву, все просто. Так что, ребят, давайте вперед, а мы поедем, наверное, закупаться теперь на эти деньги шмотками. Да, сначала поедем в магазин одежды, а потом уже решим. Погнали прямо туда. Пум! Так, ну чё, собственно, я приоделся в магазине уже. Я это, к сожалению, не снимал. Посмотрите на меня, на вот этого персонажа. Выглядим мы достаточно брутально и неплохо. Ну, нормально, да, скажи же. Всё, теперь, значит, надо поехать купить телефоны, потому что здесь есть очень неплохая система интернета, и я хочу ее посмотреть. И, возможно, сегодня мы купим тачку. Магазины и прочее. Магазины и прочее. Что дальше? И магазин электронной техники, любой выбор. Так. Один ближе. А, ну вот. Да. Поехали, значит, теперь в магазин электроники. Сейчас возьмем себе телефон, я думаю, будет неплохо. Ну, мы получили деньги очень читерским способом. Я не буду вам показывать промокоды, которые там были. Но вы можете в любой момент ввести мой промокод НЕОША и типа получить свои $500 как нехер. Так что, ребят, вообще без проблем. Дерзайте, заходите, играйте вместе со мной. Вот, а сейчас надо будет, собственно, приобрести телефон и через него уже зайти в интернет. Мне просто интересно, какая там система, потому что говорили то, что система интернета, вау-вау, что-то крутое, то есть это особенность сервера. Сейчас посмотрим, без проблем. Вот, собственно, мы подъехали. Блин, как же здесь все отличается. Все, закрой тачку. Пойду себе куплю телефон. Да? Вот, я опять зайду. Там их два. Я пытался зайти через окно. Хорошо. Вот тут даже фотокамера есть. Тут все есть. Подвиньтесь, пацаны. Так, телефон iFruit. Нихера. Ну, iFruit берем, дешевле будет. Так, все, я купил телефон. Теперь давай посмотрим, как зайти в телефон. По идее, как зайти в телефон? М персонаж. Телефон. Значит, интернет. Браузер. Опа, браузер. Так, Охренеть, слушайте, это выглядит неплохо. Хорошо. Мне просто интересно, что там может быть. То есть это отдельная сеть интернета? Или что? О, серьезно, здесь можно вводить поисковый запрос. Что введем? Автомобиль. Купить машину. Охренеть. Смотрите, здесь типа собственный Google. Ага, и что он? Ниже пролистай, выбираем службу. Ну я хочу тачку. Компакт. О, Блиста, 6000. Блиста 2, давай-ка 3150, Блиста 3, 0 из 2, окей, я вас понял. Ну это слишком классные тачки. Хорошо, я куплю себе обычную Блисту 2, я думаю, типа неплохо для начала, да? Купить. Ну, неплохо. Так, посмотреть БУ. Давай. Бледно-бирюзовый. Да похер какой цвет. Матовый сервер. Ну, матовый сервер. Купить. Все, отлично. Покиньте игровой сервер. Почему мне нужно покинуть игровой сервер? Да, может, на всякий случай отель купим. Снимем. Ну, погнали. Значит, ребят, снимем отель. Денег еще. А кстати, у меня не снялись деньги. То есть я. Вопрос. А где наш фургон? Пам-пам-пам. Сука, где наши фургоны? Сюда а почему музыку, у меня не снялись деньги? Почему не снялись деньги, вопрос? За тачку. Ты ее точно купил? Не знаю. Так. Сейчас. Погнали, домик еще можем купить. Окей. Так, погнали. Это ты что ли в шлеме? Да. Давай, погнали. Кого будем покупать? Квартиру, где именно будем покупать ветеранам? Мне без разницы. То есть, получается, квартира, что... это многоэтаж. Получается, для начала нужно купить хатку нам. Задолбал ты со своими факами. Окей, нужно для начала купить хату. Сейчас мы посмотрим какую-нибудь хатку себе. И надеюсь, все будет нормально. Так, мы подъехали к какому-то зданию, где мы можем приобрести хату. Я надеюсь, уйди, ты меня напрягаешь. Все, значит, заходим внутрь. И чё? Ем.
Этаж номер один. Выбираем любой этаж, наверное. Давай этаж номер два, апартаменты номер 110. Хорошо. Здорово, я в них. Здесь я могу, в принципе, приобрести хату. Апартаменты 110, оно куплено. А, хорошо. Я в чужие апартаменты могу заходить? Да. Выйти. Окей. Какой этаж? Давай на девятый. Вот. Так, государство. Апартаменты номер 132. Хорошо. Я зашел в эти апартаменты. И что теперь? Я могу здесь что-то купить? Дом? Не, выглядит... Но это очень дорого выглядит. То есть эти апартаменты я тоже не возьму. Вот. То есть большой вопрос, как это все купить? Сколько они стоят? Ты... А, купить. Сколько? У вас не хватает средств. Хорошо, ладно. Слишком дорого. Я понял цель, которую нам нужно достичь. Мы будем зарабатывать бабки. Я хотел себе купить тачку, у меня, видимо, пока что не получилось. Ну чё, буду заканчивать потихоньку, погнали на улицу. Я понял, хорошо, хорошо. У меня пока что не хватает средств, чтобы купить нормальную тачку. Чтобы купить нормальную хату. Ну, для этого же и нужно работать. То есть не всем так везет, чтобы, типа, деньги вам по промокодам раздавали. Да. Так что давай-ка выйдем, во-первых. Все, заканчиваем. Спасибо, что смотрели, ребят. Заходите на сервер, если хотите, чтобы мы играли вместе с вами больше, записывали ролики. Давайте наберем 1000 лайков, если хотите продолжения. Ну и чё, ждите новых роликов. Спасибо, что смотрели. С вами были Илюш, Саша. Все, давайте, пока. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems to solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon.